Привет, народ! Сегодня, как и говорил, смотрю эпизод на большом экране, потому что госпожа Дейенерис Эмилия Кларк предупредила, сказала, найдите самый большой телек. Нашел, установил тут. Во-первых, сорян за то, что качество звука немножко хуже, потому что я пишу на микрофон, который на вебке. Но, тем не менее, реакции останутся теми же. Ну что, смотрим. Дождались, надеюсь, на 30 секунд наговорил, так что поехали. Хорошо, что этот эпизод смотрю без спойлеров. Никто не успел ничего испортить. Ой, Варис, ну, Варис. Ага, все, понял, что за ним идут. Не, ну, сам виноват. Сам виноват. Дракарис. И что он был услышал в пламени, никак, еще теперь не узнаю. Она и так дает сколько шансов, слушает и соглашается, Как армия прибыла сюда раньше, чем Ария и пес? Как? Что за фигня? Неужели Джейми, когда поймет, что уговорить ее нельзя, убьет ее и будут звонить в колокол, чтобы только не атаковали. Доспехи не нашли, детей драконов не нашли. Да тут только за один наряд их всех нужно поприбивать. Кто ж одевает панталоны поверх доспеха? Клиган-бол увидим. Поли, поли, давай, 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 жги, 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 напал, жги, напал, давай, 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 слили, короче говоря, золотую компанию. Короче говоря, смыли в туалет весь бюджет железного банка. Жги, Денечка, жги. Еще не дошло, скотина такая. То сдавайтесь, господа Ланнистеры, сдавайтесь. Бросайте мечи, преклоните колено, давайте, все. Пускай Серсея обосрется там. Но... Все, хватит. Все сделала правильно, все. Нет, давай, не надо. Дэнни, не надо, держись. Пошла таки болеть. Вот эта сцена, которую видел, Бран видел в своем видении. Они же сдались. Я на этот пи***ц смотреть не могу. Теперь у нас Джон снова хороший, а Дейенерис... Ну зачем палить город? Палила бы уже просто этот красный замок и все. По башке его. О, теперь мы плачем. Звезда. Да выёживалась, коза. Опять метель, и прошлое сокрыто в пустоте. О! Залежи дикого огня начали взрываться. Да голову ему отруби, чтоб уже до конца и на... точно. Хорошо, поверил. Да он один сейчас, раз, два. Вот и все. Тра-та-та, я тут ни при чем, до свидания, ну вас нахрен. Ну давайте нам еще Арию с лицом Джейми и все.
Тогда уже полностью все фанфики выполнились. Ну тут уже ну точно. Ни Ари не убила, ни Джейми не убил. Фикиня. Сейчас имя Дейнерис вставит в свой список. Я совершенно недоволен то, что сделали с Дейнерис. Но теперь понятное дело, что она не может быть королевой. Она не может сесть на железный трон. Во-первых, того железного трона уже нет. Все, Кедрени Фени сожжено. И теперь... Сделали так, что у нее полностью уже это перемкнуло. Столько смотреть, столько переживать, столько хотеть, чтобы она добилась чего-то. И в конце вот так вот взять все и слить. И вот это вот у нас весь смысл всей истории. Слов нет. Ладно, завтра будем писать с вами обзор, уже будем более подробно говорить, но я теперь вообще ничего не знаю. Вообще ничего не знаю, и вообще теперь уже такое впечатление, как будто я зря вообще начинал смотреть весь этот сериал. Ну его понятно.